первую очередь мы ожидаем кадровых решений. Две главные задачи – это четкое позиционирование нас как оппозиционной партии и четкое позиционирование как профессионалов, как профессиональной партии. Нам не нужна ни политическая, ни законодательная попса, поэтому, я думаю, от этого надо избавляться и четко позиционировать себя как оппозиционная партия, партия профессионалов. А вы будете выступать? Я надеюсь. А какую тему вы поднимете? Я думаю, конечно, для нас очень важна тема и федеральная. Мы как регионы во многом ориентируются на федеральный центр. Наши избиратели очень внимательно следят за тем, какие процессы идут в федеральном руководстве партии. Для них очень важно, чтобы лидеры партии занимали четкую последовательную позицию. Поэтому с этих позиций я и буду выступать, прежде всего, как представитель Иркутской области, как человек, который достаточно много и в ходе этой кампании общался и с простыми гражданами, и с нашими соратниками, и сторонниками. Я думаю, что сильные стороны – это хорошая в целом команда, которая сформирована и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном. Мы прежде всего ориентируемся на людей, дело людей, кто разбирается и в законотворческом процессе, и в политическом процессе, на профессионалов. Поэтому, я думаю, этот курс должен четко выдерживаться. Мы не должны вилять, мы должны сворачивать с нашей линии, с наших социал-демократических установок и ценностей. Не должны ими пренебрегать.